Сегодня появились точные данные погибших и пострадавших в результате вчерашней провокации украинских военных. 5 мирных жителей убиты, около 40 получили ранения. Известно стало, что по району аэропорта было выпущено 290 мин. Это данные Министерства обороны Народной Республики, где еще 2 недели назад предупреждали. Киев готовит массированные провокации в преддверии саммита Большой Семерки. Но Киеву это нужно, чтобы добиться еще большей помощи от Запада и еще больших санкций для России. Самые тяжелые бои накануне шли в районе населенного пункта Марьинка. Наш военный корреспондент Евгений Подубный со своей съемочной группой стали первыми журналистами, которым удалось там побывать после обстрелов, и мы только что получили репортаж с места. После ожесточенного боя, который произошел здесь накануне, жилые кварталы на окраине Донецка у Марьинки пустые. Люди боятся покидать дома. Приходится опасаться снайперов, потому что дорога простреливается до позиций украинских военных. Километр, наверное, не более. Это передовые позиции вооруженных сил ДНР у Марьинки. Из окопов видны дома поселка. Военнослужащие вооруженных сил Украины используют рельеф, высокую траву, для того, чтобы скрытно подходить практически вплотную к оборонительной линии бойцов ДНР. Так было и накануне. Вот эксклюзивные кадры боя у Марьинки, которые снял документалист Макс Фадеев. Он единственный из журналистов, кто оказался на месте, когда ситуация резко осложнилась. Утром украинские силовики начали движение в сторону позиций бойцов интернациональной бригады. Это здесь мало кого удивило. Разведку боем силовики устраивали ежедневно. Но украинские военные решили пойти дальше. Завязался тяжелый бой. Бойцам армии ДНР пришлось в прямом смысле возвращать противника назад. Силовики открыли огонь из танков, гаубиц, самоходных артиллерийских установок. В украинском генштабе признали, что используют системы вооружений, которые должны быть отведены от линии соприкосновения. Но бойцы армии ДНР смогли подавить огневые точки украинских военных. Линия соприкосновения не сдвинулась. После вчерашнего боя, который длился порядка 12 часов, сейчас на позициях сил Донецкой Народной Республики у Марьинки относительное затишье. Лишь периодически украинские военные бьют из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов, но огонь ведут неприцельный. В результате этого беспокоящего минометного огня один человек сегодня был ранен осколком в спину. В этих домах глаза украинских силовиков. Глазами бойцы называют наблюдателей. Любое движение рядом с окопами, и силовики открывают огонь. До ближайших позиций украинских военных метров 200-300, там же находятся корректировщики и снайперы. Люди, которые следят за обстановкой здесь, на позициях бойцов Донецкой Народной Республики, дают команду открывать огонь из минометов, корректируют ведение огня, причем стараются бить и по передовым позициям, и по расположению основных сил бригады «Пятнашка» Республиканской гвардии Донецкой Народной Республики. Позывной бойца «Рок», говорит бронетехника, украинские военные от линии соприкосновения не отвели, даже танки стоят на прежних позициях. Они стоят, сейчас километра 3 у них там артиллерия, там 16 танков их не стоит. Угу. Саушки стоят, минометы 120. Вот они бьют, стараются сюда попасть, попадают рядом, в дома, везде в мины. То есть они сами своих же накрывают. Понятно. Корректировать они, видишь, как корректируют, не особо важно. Никакого прекращения огня после вчерашнего боя нет? Да нет. Какое может быть прекращение огня? Как стреляли, так и стреляют. Как подкрадывались, так и подкрадываются. То есть щупают оборону? Причем бронетехника катается. Как бы рядом, ему слышно же все. Вот оно тут. Тоже 300-400 метров. И пулемет, и РГС, и РПГ. Все, что есть, всем шмаляем. Другого выхода у нас нет. Во время относительного затишья бойцы интербригады продолжают окапываться, укреплять оборонительную линию. Бойцам Донецкой Народной Республики здесь удалось окопаться, что называется, сделать блиндажи. Вот так и перемещаются вдоль линии соприкосновения, чтобы не высовываться, ну, что называется, не подставляться. Потому что украинские военные раньше использовали стрелковое оружие, автоматические гранатометы, такие небольшие гранаты с маленькими осколками. Теперь же по этим позициям бьют из тяжелой артиллерии, из танков, используют 120-миллиметровые минометы. Ну вот,
такие окопы спасают. Евгений Поддубный, Рубен Миробов и Станислав Еловский. Вести. Петровский район, Донецка. И сейчас в эфире «Вестей» заместитель председателя Народного совета ДНР Денис Пушилин. Денис Владимирович, спасибо, что нашли время. Повлияют ли провокации Киева на минские договоренности, ну или вот на будущие встречи контактной группы? Альтернативы минским соглашениям нет. И сейчас данная ситуация, которую мы все наблюдали, то есть все провокации вооруженных сил Украины должны быть тщательно разобраны. Но в целом на ход минского процесса, на ход минских переговоров данная ситуация не должна влиять в том плане, что в противном случае мы вернемся к полноценному противостоянию военному. Мы не считаем необходимым ситуацию сейчас обострять до предела. Порошенко сегодня заявил, что экономическую блокаду с Донбасса снимать пока не собирается. Вообще вот вы поднимаете этот вопрос на встречах контактной группы, и что вам говорят в ответ представители Киева? На самом деле заявления Порошенко и не в первый раз уже являются просто популистскими, так как непосредственно на встречах подгрупп, непосредственно подгруппы по экономике обсуждается вопрос по снятию экономической блокады. Конкретные шаги прописаны, они находятся сейчас в обсуждении. Ну еще вопрос, вот после вчерашней провокации Киева, какая сегодня обстановка на юго-востоке Украины? К сожалению, и сегодня мы фиксируем обстрелы по всей линии соприкосновения. Их более 50. Более того, задействована и артиллерия, и тяжелые в том числе. С нашей стороны отправлены письма. Надеемся на четкую фиксацию данных нарушений. Спасибо большое, Денис Владимирович. На вопросы «Вести» отвечал заместитель председателя Народного совета ДНР Денис Пушилин. Ну а о нарушениях украинскими военными минских соглашений прекрасно знают за океаном. Это стало понятно из очередной переписки официального Киева, которую опубликовали хакеры Киберберкута. Сотрудник американского посольства на Украине в письме генерал-майору Тарану, руководителю украинской стороны в совместном центре по контролю за прекращением огня, предлагает заранее подумать над оправданием спутниковых снимков украинских позиций. На них украинские грады в окрестностях сразу нескольких населенных пунктов расположены на удалении всего 10-18 километров от линии соприкосновения, хотя должны быть в тылу не ближе, чем на 70 километров. То же самое и с тяжелой артиллерией. Самоходные гаубицы оказались всего в 6-8 километрах от разграничительной линии. Самые свежие снимки датированы 10 мая. О том, что минские соглашения находятся под постоянной угрозой срыва, сегодня говорил глава МИДа России Сергей Лавров на конференции в Москве, посвященной вопросам безопасности и стабильности в регионе Шанхайской организации сотрудничества. К сожалению, линия на подчинении судеб целых народов односторонним геополитическим замыслам привела к тяжелому внутреннему кризису на Украине. Минские договоренности 12 февраля находятся под постоянной угрозой срыва из-за действий киевских властей, пытающихся уйти от своих обязательств по налаживанию прямого диалога с Донбассом. Россия не угрожает странам НАТО. Это сегодня признал генсек Альянса Столтенберг. Более того, он сказал, что отношения между Москвой и НАТО обязательно улучшатся, потому что это в интересах обеих сторон. И если Столтенберг действительно так думает, то к чему тогда все эти натовские учения, усиление группировки и прочее? И еще непонятно, как слова Столтенберга соотносятся, например, с действиями Эстонии, которая, опасаясь Москвы, сегодня разрешила Пентагону беспрепятственно заходить на все свои военные объекты. Это была только первая часть нашего выпуска. Мы в эфире до 18:15, и вот что будет дальше. Калининградские шпроты заменят латвийские, которые оказались опасны для здоровья. Русская православная церковь прекратила общение с церковью Шотландии, объединенной протестантской церковью Франции, за то, что они благословляют однополые союзы и берут в священники геев. Некосметические последствия косметики. Сразу несколько случаев в Нижнем Новгороде. Женщины обращаются к врачу после посещения спа-салонов. Раскроем технологию обмана.
И еще много новостей. Штаты продолжают ошибаться и рассылать сибирскую язву союзникам. Рубль продолжает слабеть. Что об экономике думает глава Центробанка? Украина разрешает иностранным военным заходить на свою территорию. И увидим, как идет разминирование складов в башкирском поселке Урман. Мы сейчас ненадолго уйдем из эфира, но останутся региональные вести. Наши коллеги готовы представить свой взгляд на сегодняшний день. В Костромской области маленькая река Шариинка, которая разлилась из-за необычайно сильных ливней, умудрилась затопить 300 садовых участков. Администрация района выясняет, что можно сделать, чтобы ситуация не повторялась. Но в Астраханской области активно убирают урожай овощей. В этом году сбор ранней продукции начался уже в середине мая. Астраханские овощи, помидоры, огурцы, капуста и картошка идут не только в регионы России, но и за границу. На Ставрополье прошли учения по ликвидации возгорания трубопровода и предотвращению разлива нефти. Пожарные потушили пламя с помощью специальной установки «Пурга», а всю нефть удалось собрать за 3 часа. Действия всех участников учений оценили на отлично. В эфире «Вести» мы продолжаем. Больше суток понадобилось пожарным и спасателям, чтобы ликвидировать ЧП в башкирском поселке Урман. Там загорелся порох склада с боеприпасами, начали рваться снаряды. Около 2000 человек пришлось эвакуировать. К настоящему моменту пожар удалось потушить, и жителям разрешили вернуться в свои дома. На месте ЧП работают следователи. Репортаж Алексея Агрова. Жители поселка Урман смогли вернуться в свои дома только сегодня утром. Пункты временного размещения накануне после пожара на Арсенале было эвакуировано более 2000 человек. Ух ты, блин, давайте-ка быстрее, это уже не шутки. Снохи вот сердцем плохо. Внуки трясутся вот так вот маленькие от каждого взрыва. Ну сейчас уже люди вернулись. Да, большинство вернулись, да. 10 минут пятого опять сильно так бабахнуло. Не знаем, куда идти. Вертолеты и самолеты летали. Режим ЧС в Урмане был объявлен накануне, после того, как на месте бывших складов с боеприпасами начались взрывы. На территории ведутся работы по утилизации старых снарядов. Частная компания из Екатеринбурга взяла обязательство по полной очистке территории от старых боеприпасов. Сотрудник этой фирмы Владимир Кудряшов говорит, что работа была организована неправильно. Снарядов там полно. Тысячами там их. А ее убирать, почему убирать? Если убирать ее, надо много людей. А людей так такого здесь не работает. У нас всего здесь работает 7 человек. На этого хозяина работает, он не платит денег. Пожар продолжался почти сутки. Одиночные взрывы звучали всю ночь. Локализовать возгорание удалось только с помощью специальной техники. Самолеты МЧС обрушили десятки тонн воды. Одновременно к работе приступили пожарные машины-роботы. До места ЧП отсюда менее километра, но не проехать, не пройти туда невозможно по соображениям безопасности. За этим внимательно следят полицейские. Взрывы продолжают раздаваться, но уже не так интенсивно, как вчера. Взрывы в поселке Урман уже гремели ровно 4 года назад. Тогда пожар на складе боеприпасов привел к значительным разрушениям в населенном пункте. Пострадали десятки людей, 3 человека погибли. Поэтому, когда взрывы повторились, наученные опытом, местные жители уже знали, что делать. Все убежали, короче. Мы уже второй раз уже бегаем, третий. Уже знаем, что делать. Все пооткрывали, а то первый раз не знали, окна там, двери, все оставили. Для того, чтобы потушить возгорание, на территории всего 100 квадратных метров был создан оперативный штаб. Стянуто рекордное количество пожарных, задействована бронированная техника. Пострадавших и разрушений в населенном пункте удалось избежать. Алексей Агров, Сергей Шелепин из Эмфиробзалов «Вести», Башкортостан, поселок Урман. Социально-экономическое развитие Чукотки Владимир Путин сегодня обсудил с главой региона Романом Копиным. Говорили и об уровне заработной платы в автономном округе, и о проблемах высоких цен на авиаперевозки. Сколько у вас средняя сейчас зарплата по итогам 2014 года? Средняя заработная плата 79 тысяч рублей. Угу. А вот в бюджетной сфере сколько случаев? По врачам средняя зарплата 105-106 тысяч рублей, педагоги около 80 тысяч рублей получают. Вот кроме этого, какие проблемы еще есть в развитии региона? Тарифы на авиабилет остаются до Москвы, остаются высокими. Средний билет стоит 36 тысяч рублей, а на пике сезона достигает 70 тысяч рублей в одну сторону. А у вас какие компании работают? У нас, к сожалению, сейчас работает только одна авиакомпания, Transair.
Угу. Ну, пообсуждаем тогда эту тему.